Научное определение стрельбы. Стрельба – это система сложно координированных, зрительно-двигательных действий, направленных на придание оружию определенной пространства ориентации по отношению к цели для ее поражения. Значит, для стрелка очень важно увидеть мишень, то есть это визуальное восприятие цели. После этого он должен определить расстояние до цели, направление ее движения и, самое главное, разрешена ли эта цель к отстрелу. Все. Следующее действие производится. Почему? Если мы этот сейчас термин расшифруем, зрительно-двигательных действий. Значит, человек увидел цель, сделал определенное движение, то есть достал оружие, привело к бою, ушел с линии атаки, произвел выстрел. Вот и все. На все про все у нас чуть больше секунды.